То, что в борьбе за кубок сельского поселения Никольска участвовали спортсмены из Тучкова, вывело турнир на межрайонный уровень. Легких игр практически не было. С самых первых встреч за главный трофей соревнований шла упорная борьба. Накануне финала судьба призового третьего места решалась в матче сборных Старого Городка и Большевиземского Сатурна. Команда Старого Городка вчера в упорной борьбе обыграла команду Больших Везем. И этим самым получается, что наша команда «Старый городок», она уже третье место в турнире. Хотелось бы, чтобы кубок оставался в районе, но, к сожалению, Тучково выигрывает, и кубок, возможно, что перейдет в русский район. Действительно, уже в первом периоде финальной встречи гости из Тучкова сделали серьезную заявку на победу, забросив в ворота Кубинки 3 безответные шайбы. При этом игру нельзя было назвать неравной. Обе команды показывали атакующий комбинационный хоккей, но шайба упорно шла лишь в одни ворота. В перерыве команды получали наставления от тренеров, а зрители смогли согреться горячим глинтвейном, о котором позаботились организаторы. Опыт проведения таких соревнований в Никольском накоплен немалый, и нынешний турнир – лишь часть обширной спортивной программы зимнего сезона. У нас проходили турниры 60+, 40+, поэтому я думаю, что мы еще продолжим. Зима еще только-только начинается. Думаю, будет она и в феврале, и в марте еще зима. Поэтому хочется всем участникам пожелать здоровья, счастья, самое главное, хорошего настроения. Следующие два периода не принесли серьезных изменений. Команде «Патриот» не удалось переломить ход встречи. Итоговый счет 6-0 в пользу гостей из Тучкова. На этот раз кубок главы сельского поселения Никольское действительно покидает Одинцовскую землю и отправляется в соседний русский район. Петр Горохов, телекомпания «Одинцово».